Здравствуйте. В Архангельской области есть место, где удивительным образом переплетается необыкновенная красота природы и величественные памятники русской истории и святыни православия – Соловецкие острова. Сегодня Соловецкий архипелаг – это не только любимая туристическая жемчужина русского севера, но и объект пристального внимания государства. На островах не первый год идут масштабные строительные и реставрационные работы, в результате которых поселок и монастырь откроют новую страницу в своей истории. Сегодня в нашей студии человек, который знает, если не все, то многое о том, какие изменения ждут Соловки в ближайшем будущем. Роман Викторович Балашов, руководитель агентства по развитию Соловецкого архипелага. Роман Викторович, начинается очередной сезон работ в рамках программы развития Соловецкого архипелага. В начале апреля стало известно о том, что реставраторам удалось восстановить уникальный иконостас в Троицком соборе, датированный 19 веком. Расскажите, как проходила эта работа и какие планы у строителей и у вас на этот год? Ну, вы знаете, в данном случае я могу рассказать о планах правительства Архангельской области, потому что объект реставрации это находится в полномочиях Министерства культуры Российской Федерации. Что касается региона, для нас самая главная задача по Соловкам – это закончить работы, связанные с созданием новой системы жилищно-коммунального хозяйства Соловков, системы канализации и водоснабжения. То есть разрешить вот две самые такие серьезные, самые сложные проблемы Соловецкого архипелага. А какие планы конкретно в этом году? В этом году мы планируем завершить работы по строительству системы канализации водоснабжения на Соловках с запуском станции водоочистки и запуском станции по очистке стоков, с тем, чтобы прекратить сброс неочищенных стоков в бухту Благополучия. Это такая очень большая, очень серьезная и очень масштабная работа, которая у нас традиционно сезон строительный совпадает с сезоном туристическим, поэтому, в общем-то, здесь потребуется такая очень серьезная мобилизация и нас, и сельского поселения Соловецкое, с тем, чтобы эти вещи развести. Кроме того, в феврале месяце вышло распоряжение правительства 163-Р, в котором уже детализирован пообъектовый перечень объектов, извиняюсь за тавтологию, да, вот так оно звучит, который предполагается для строительства на Соловках в период 2016-2020 годы. Соответственно, по всем этим объектам мы докладываем о нашей готовности проектно-сметной документации и, очень важно, о прохождении такой процедуры, как оценка воздействия вновь строящихся объектов на выдающуюся универсальную ценность Соловецкого архипелага как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Сама программа восстановления Соловецкого архипелага, его развития продолжается уже не первый год. Вы, как человек, который занимается этим с самого начала и по сей день, можете отследить те изменения, сказать о тех изменениях, которые уже произошли на островах? Да, без всякого сомнения. Как я уже сказал, что с того момента, как мы начали заниматься этой программой, то есть она шла... Есть несколько программ, которые в настоящий момент реализуются на Соловках. Как я уже сказал, программа реставрационных работ, которая реализуется Министерством культуры Российской Федерации в рамках госпрограммы «Культура России». То есть это такая достаточно автономная от органов власти Архангельской области история, поскольку это целиком полностью федеральное полномочие. Вот. И те мероприятия, которые реализуются органами власти Архангельской области вместе с федеральными министерствами, у нас главным министерством является сейчас Министерство строительства Российской Федерации в рамках исполнения 163-го распоряжения правительства. Вот вы уже начали говорить действительно об уникальном иконостасе, который был отреставрирован в Свято-Троицком соборе на Соловках. Вообще, если вы приедете этим летом на Соловки, то увидите очень большие, серьезные подвижки во внешнем облике монастыря, во внешнем облике наших скитов, которые также подвергаются достаточно активной фазе реставрации. Ну, видите, в общем, достаточно серьезные изменения непосредственно уже и в самом поселке Соловецке. Как я уже вам сказал, на этот год, вот помимо тех вещей, о которых мы с вами говорили, там создание системы канализации, создание системы водоснабжения, для нас крайне важно завершить работы, связанные с формированием архитектурного облика таких объектов, как Тамарин причал, это главный пассажирский причал на Соловках, с тем, чтобы мы уже, пройдя оценку воздействия, могли претендовать на федеральные деньги для его строительства. В этом году мы начинаем вплотную подходить к решению еще одной очень серьезной проблемы, а именно реконструкция взлетно-посадочной полосы и строительство нового аэровокзала поселка Соловецкий. Эта история разделена на две части. Что касается вопросов, связанных с модернизацией взлетно-посадочной полосы, это полномочия Российской Федерации, то есть это те деньги и те мероприятия, которые будут проводиться по линии Росавиации, соответствующей дирекции. Что касается здания аэровокзала, ну, все, кто прилетает на Соловки, видели этот сарайчик, так я его могу очень мягко назвать. Вот. То есть для нас сейчас нужно разработать соответственно архитектурно-художественный проект
и пройти процедуру согласования этого проекта с архитектурно-художественным сообществом вот в рамках тех советов, которые у нас созданы, и получить на этот объект согласие ЮНЕСКО, потому что этот объект, который находится, собственно говоря, на одной визуальной линии с самым главным объектом культурного наследия, Соловецким монастырем. Поэтому очень важно, чтобы вот этот архитектурно-художественный облик не диссонировал с существующими постройками. Вы упомянули о программе федеральной развития Соловков. Ей занимается Министерство культуры. И как раз совсем недавно страну потряс очередной коррупционный скандал, в ходе которого выяснилось, что часть бюджетных денег, которые выделялись на реконструкцию объектов и памятников культуры, уходили налево. Ваше ведомство также занимается развитием Соловков, агентство, да, специализированное в структуре правительства. Вот скажите, вы, как руководитель этого агентства, сталкивались с какими-то коррупционными факторами со стороны чиновников Минкульта? Нет. Я уже сказал, что вообще наше государство таким образом устроено, что все объекты культурного наследия поделены на три большие категории. Это объекты культурного наследия федерального значения, регионального и местного значения. 95% объектов, которые находятся на Соловках, это объекты культурного наследия федерального значения. Поэтому все мероприятия, связанные с выделением денег, с проведением конкурсных процедур, с выбором подрядной организации и с проведением соответствующих там контрольных функций, приемки этой работы, это целиком полностью полномочия Министерства культуры. Вот мне кажется, что вот та ситуация, которая сложилась вокруг реставрации, она как раз и показала, что необходимо искать какие-то новые пути и формы и контроля, и работы в данном направлении. Вот о чем идет речь. На Соловках традиционно существовала своя очень сильная и очень мощная реставрационная школа. Она сложилась еще в советское время. Сейчас эта школа ассоциируется с конкретным человеком. Это так называется школа Сошина. И вот, к сожалению, там, за последние там, 5-7 лет, собственно говоря, те люди, которые традиционно Соловки реставрировали, которые работали, и качеству работ которых никогда никаких претензий не было, наоборот, их показывали в качестве эталона. Они там, в силу там, конкурсных процедур 44-го федерального закона от этой работы оказались отставлены и занимаются реставрацией там, в других частях Российской Федерации. Насколько я знаю, у них есть заказы, в том числе как бы за рубежом. Вот, понимаете, с одной стороны, да, есть 44-й федеральный закон, там, и, вне всякого сомнения, на конкурсе должен побеждать тот, кто побеждает. Но мы, как вот органы власти Архангельской области, заинтересованы, во-первых, чтобы те школы, которые здесь существуют, они здесь существовали, они сохранялись, и, естественно, чтобы они работали в первую очередь на тех объектах, которые расположены на территории Архангельской области. Я сейчас знаю, что в Министерстве культуры на эту тему идет очень такая большая, серьезная дискуссия, и вот эта вот ситуация, о которой вы сказали, этот скандал, он как раз поднял и обнажил вот целый ряд пластов и проблем. Я думаю, что вот это вот деление памятников на три категории, там федеральные, региональные, муниципальные, с одной стороны, оно под собой некую логику имеет, но с другой стороны, все-таки слышать голос территории, учитывать мнение и позицию территории и по максимуму использовать те школы, те традиции, которые на территории того или иного региона сложились и были здесь традиционно, это нужно. И я думаю, что вот эта вот ситуация, она как раз, в общем-то, приведет к изменениям и в этой сфере. Понимаете, вот еще как бы один вопрос, который вот высветила вообще ситуация с реставрацией. То есть, когда вот я занялся Соловками, для меня это была такая абсолютно новая, неисследованная тема. Вот, и, собственно говоря, каждый год мы очень плотно общаемся и с реставраторами, которые приезжают на Соловках, и с представителями общественной палаты, с представителями миссии ЮНЕСКО, с представителями Русской Православной Церкви. Вот берем объекты культурного наследия, которые находились раньше в собственности религиозных организаций. То есть, там, 400 лет, там, 500 лет там, соловецкие монахи там, своим потом, трудом, молитвой создавали вот это вот чудо под названием там, Соловки. В 1920-е годы пришла советская власть, хозяев из своих зданий, помещений выгнала, кого репрессировала, кого вообще расстреляла. И, собственно говоря, сделала там тюрьму. Разорила, разграбила. Из скиты разграбила монастырь, и в 90-е годы государство приняло абсолютно правильное решение о том, что нужно возвращать эти объекты в собственность Русской Православной Церкви, возвращать ее, собственно, хозяевам этих объектов. Возвращать, отремонтировав, отреставрировав. При этом зачастую складывается такая ситуация, когда самим-то хозяевам и говорят: дорогие друзья, вот мы за вас этот ремонт сделаем, и вы въедете, собственно говоря, в те здания или там реставрацию, да, какие мы дадим. И здесь, конечно, не знаю, может быть, вообще правильнее было бы выделить эти деньги Русской Православной Церкви, поставить перед ней задачу и спросить: вот, дорогие друзья, а вы можете сами
провести все эти процедуры, мы только даем вам средства и даем вам, ну, условно говоря, тех заданий, что мы хотим получить на выходе. А если церковь говорит, что да, мы сможем, мы справимся, то это, наверное, вот самая лучшая гарантия от коррупции, потому что вы знаете, что у монаха-то ничего своего нет, и все, что он делает для нас, он делает для Бога. Это вот такая вот очень мощная, как бы, антикоррупционная мера. Я не могу не спросить о туристах. Соловки остаются одной из самых желанных достопримечательностей России, и в том числе и для зарубежных туристов. И год от года туристический поток на Соловки растет. В этом году Соловецкий архипелаг войдет в новый туристический маршрут «Серебряное ожерелье России», созданный Ростуризмом, а это значит, что туристический поток еще вырастет. Я знаю, что вы очень трепетно относитесь к этой теме. Расскажите, пожалуйста, как ваше ведомство, Ростуризм, Министерство культуры намерены соблюсти вот баланс интересов между интересами туристов и между потребностями хрупкой культуры, архитектуры архипелага? Ну, я уже на эту тему неоднократно говорил. Собственно говоря, когда мы говорим о нагрузках и о том воздействии, которое туристический поток, поток паломников, поток туристов оказывает на Соловки, это делится на две большие группы. То есть первая группа — это антропогенная нагрузка на поселок, и объемы этой антропогенной нагрузки, собственно говоря, ущерб для Соловков и в первую очередь ущерб для природы определяется там тремя факторами: состоянием канализации, состоянием водопровода и, значит, возможностью утилизации тех или иных видов отходов. И второй вид нагрузки – это антропогенная нагрузка на природные комплексы. Здесь она зависит очень сильно от того, как продумана система туристических потоков. Вот на Соловках существуют две базовые структуры, которые и дают самый качественный уровень туристического и паломнического обслуживания, и, в общем-то, закрывают собой основную массу туристического потока. Это служба гостеприимства Соловецкого музея и паломническая служба Соловецкого монастыря. Основная масса туристов, которые находятся, вот, не находятся, основная масса туристов, которые пользуются услугами этих служб, это туристы, которые передвигаются по территории Соловков в состоянии организованных туристических и паломнических групп, где есть профессионально подготовленный гид, и где, в общем-то, в том числе задача гида смотреть, чтобы ущерба для природы от туристов был минимален. Кроме того, есть дикари. Я их называю гидами-гастарбайтерами, которые приезжают на соловецкий сезон пошабашить. Такие достаточно странные ребята. Многие из них даже не имеют высшего гуманитарного образования, а некоторые вообще, так сказать, и высшего образования-то не имеют. Ну и вот от них, естественно, у нас получается наиболее серьезный ущерб, потому что они возят туристов по каким-то абсолютно непростроенным, непродуманным маршрутам. Они устраивают выезды на природу, устраивают там пикники на природе. И, соответственно, ущерб от них достаточно серьезный, вот от этих вот неорганизованных туристов. Но, кроме того, надо говорить еще о том, что сами туристические маршруты, которые существуют и которые вот новые прокладываются, они требуют достаточно серьезной модернизации. То есть необходимо применять новые современные методики, современные технологии. Это и оборудованные места стоянок, это и своевременный вывоз и утилизация там твердых бытовых отходов, которые остаются от туристов. И даже вот такая простая вещь, как я уже приводил пример, Зайцкие острова, были сделаны прекрасные настилы. Соответственно, антропогенная нагрузка на этот уникальный ландшафт Соловецкий, она сразу стала минимальной. Вот, в общем-то, на сочетание этих двух вещей, как я уже сказал, повышение качества работы с туристами со стороны двух основных структур, информационная работа с туристами, с тем, чтобы предупреждать их вот от того, что пользовались такими сомнительными услугами, таких сомнительных личностей на Соловках, и, в общем-то, разработка мероприятий по модернизации туристической и паломнической инфраструктуры. Вот, наверное, такие основные блоки, которые касаются главных направлений взаимодействия нас с Министерством культуры, чье подведомственное учреждение Соловецкий музей находится в Соловках, Русской православной церковью, чья структура Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь также находится на Соловецком архипелаге. Соловки, безусловно, одна из самых ярких достопримечательностей России, но это одновременно и очень мощный наш духовный центр. Восстановлением его заниматься невозможно без молитвы, без веры в Бога. Мы с вами об этом разговаривали уже не раз. Я знаю, что вы глубоко верующий человек. И мой следующий вопрос как раз об этом. О свидетелях Иеговых, о их деятельности. Совсем недавно прокуратура, Генеральная прокуратура России заявила о том, что она намерена запретить деятельность этой организации в России. И, соответственно, после этого решения около 100 тысяч человек, последователей этой секты, из которых 1000 – это наши северяне, окажутся вне закона.
закона. Каково ваше отношение к этой проблеме? Значит, здесь я уже сразу хочу оговориться, что буду высказывать свою точку зрения не как государственный чиновник, а как человек, который является экспертом в сфере национальной безопасности, как политолог. Поскольку это вопрос, который напрямую затрагивает основу национальной безопасности Российской Федерации. Потому что мы на эту тему уже неоднократно говорили, я свою точку зрения подтверждаю, что это организация, которая несет угрозу не только конкретным людям, да, то есть то, что мы говорим о духовному и физическому здоровье конкретного человека, но она несет угрозу и основам государства. Потому что мы знаем не многочисленные примеры, и примеры из советской истории, примеры из истории наших соседей по СНГ, там, в первую очередь Украины, да, собственно говоря, из тех уголовных дел, которые возбуждались по деятельности данной организации на территории Российской Федерации, что, в общем-то, организация, которая имеет свой центр управления в Соединенных Штатах Америки, ее цели и задачи, мягко говоря, далеки от деятельности того, что мы воспринимаем как вообще религиозная организация, которая должна нести людям свет, добро и мир. Вот. На самом деле там целый ряд требований этой организации. Я иначе, как изуверскими, например, как на запрет на переливание крови называть не могу. Поэтому то, что Генеральная прокуратура наконец-таки эту ситуацию поставила в качестве одного из направлений своей деятельности, а мы знаем, что деятельность этой организации уже в целом ряде регионов была закрыта. То есть региональные организации Свидетелей Иеговы были закрыты. Если такое решение будет принято в рамках существующих правовых процедур, я его могу только приветствовать. Теперь, что касается тех людей, которые оказались в тисках, в лапах, как угодно можно сказать, этой секты. Знаете, я с темой сектантства работаю очень давно, знаком с этой темой. И, конечно, любая ситуация, когда человек попадает в секту, это трагедия, потому что нахождение там полностью меняет его психику, меняет его внутренний мир. И, естественно, здесь надо понимать, что есть организаторы секты, а есть жертвы. Вот здесь нужно эти вещи отделять. То есть отделять тех абсолютно как бы циничных и прагматичных людей, которые на этом зарабатывают деньги, которые реализуют те или иные задачи, которые, как я уже сказал, расходятся как с интересами личности, так зачастую с интересами государства. Вот. И тех людей, которые, собственно говоря, оказались заложниками этой ситуации. А вы были одним из тех, кто в прошлом году активно поддерживал принятие закона о миссионерской деятельности. В середине декабря прошлого года он был принят областными депутатами. Был такой вопрос. Получается, мы предвосхитили намерения правоохранительных органов и надзорных органов в лице прокуратуры в этом вопросе? И как вы сейчас оцениваете работу этого закона? Вы им довольны? Значит, что касается предвосхитили, тут Архангельская область, к сожалению, была не первым субъектом Российской Федерации. До этого этот закон был принят там на целом ряде территорий, в частности, в Белгородской области, насколько мне известно. Он был принят и достаточно хорошо, эффективно работал. А запрет организации также был проведен в некоторых регионах Российской Федерации, в Ростовской области, опять же, если не изменяет память, в территории, где Свидетели Иеговы были запрещены. Закон уже начал свою работу, по крайней мере, вот первое, так сказать, что мы видим, это количество миссионеров самых разных уже сект на территориях нашего города стало чуть-чуть поменьше. Более того, я сам был неоднократно свидетелем, когда там юноши и девушки, которые раздавали там те или иные листовки, люди к ним подходили и начинали уже им задавать вопросы. И после того, как люди задавали вопросы, еще когда подходили с современными там гаджетами и начинали снимать, то, в общем-то, происходил как это процесс очень-очень быстрой дематериализации субъекта. То есть они просто разбегались. То есть в этом плане уже есть некое такое хорошее, серьезное, позитивное начало, хотя надо понимать, что мы стоим только в начале большого пути. И здесь принятие закона – это же только первый шаг. Роман Викторович, завершается Великий пост, вместе с ним приближается один из самых значимых праздников для православных россиян – Пасха. Скажите, пожалуйста, вы поститесь и как будете отмечать Пасху, Воскресение Христово, и что для вас этот праздник? Знаете, да, я пощусь, постится моя супруга, дети маленькие, в общем, пытаются поститься, не скажу, что у них это хорошо получается, вот, пока что, но, тем не менее, я могу сказать, вот, у меня в Пасху, у меня младший ребенок впервые причастился,
Вот. Старший сын Даниил, он исповедовался также впервые в Пасху, поэтому для меня это, в общем-то, очень важный был еще такой и семейный праздник, да, когда у меня мои дети смогли в полном объеме к Богу приобщиться через самое важное для православного человека таинство, через исповедь и причастие. Ну а как я буду встречать? Знаете, самый волнительный момент для любого православного человека – это когда мы ждем чудо снисхождения благодатного огня в Иерусалиме. И вот мы все будем молиться, чтобы Господь, несмотря на все наши грехи, несмотря на все несовершенство человеческой природы, все-таки нас не оставил, и это чудо произошло, и мы встретили святой благодатный огонь, и в светлое Христово воскресение сказали: «Христос воскресе, воистину воскресе». Будем ждать вместе с вами. Спасибо большое, Роман Викторович, за беседу. Удачи вам. Спасибо, Господи.